Заехать можно? 100 рублей. А? 100 рублей. Так, а почему, почему 100 рублей? За что? За парковку. Заплатил, позагорал. Таковы условия пляжного отдыха для автомобилистов Елабуги. 100 рублей за вход – цена близкой парковки. Одни пытаются договориться и скинуть цену, другие просто недопонимают. Говорят, платить не за что. На каком основании платная парковка? Здесь на пляже ничего нет. Пляж грязный, не оборудован. И еще и парковка платная. За что? Я не думаю, что там кто-то смотрит за этими же машинами. Здесь до этого было здесь очень хорошо, чисто, а сейчас на данный момент здесь очень грязно. И за вес, за что-то почему-то берут 100 рублей. Если начнешь с ними ругаться, то они скидку делают до 50 рублей, но платить все равно приходится. По всему пляжу обертки, хворост, бревна и угли от костров. Отдыхающие и не помнят, когда обновлялась территория, а место для спасателя постоянно пустое. Благодарна, что есть солнце и вода у нас уже. В Елабуге так. Кабинки вроде есть переодеться, они какие-то очень старые, как не знаю, сколько они здесь уже стоят. Другие места не оборудованы, купаться негде, по большому счету. Поэтому отдыхающим остается принимать условия монополиста. При этом автомобилисты даже не получают чеков. 100 рублей. Тут убираем территорию мы каждый день. Уборка территории, мусор весь, стекла. Организаторы парковки – субарендаторы. Они заключили договор с компанией, которая и арендует участок у руководства национального парка Нижняя Кама. По словам организаторов парковки, деньги идут на благоустройство. Этот сбор идет чисто на территорию, на музыку, которую они слушают и отдыхают, и на место, которое мы им бесплатно предоставили. О 100-рублевом жарком споре на пляже знают и в исполкоме Елабуги. По словам руководства, земля принадлежит национальному парку Нижняя Кама. Загорать можно бесплатно, но вот парковаться по прайсу. Можно поставить машину до шлагбаума и пройти пешком бесплатно. А заезд на данную территорию, да, он ежегодно уж остается 100 рублей. Обычно там машину оставляем, мест нет. Пришлось заплатить 100 рублей и заехать. Альтернативы нет. Остается или соглашаться с условиями, или добираться до пляжа без автомобиля. В течение этой недели пообещали наладить систему, чтобы выдавать чеки. А по будням до пятницы стоимость парковки составит полцены. Альбина Минибаева, Ильшат Аюпов, Рамиль Закиев, ТНВ, Елабуга.